Начинается новый сезон, игрокам не терпится начать матч. Они соскучились по футболу. Кто кого? Все ответы вы получите на EATV. Арсенал начинает первый тайм. Да, и будем надеяться, что нас ждет очень интересный матч и будут забитые голы. Арсенал сегодня в следующем составе начинает матч. Мартин Эдегор начинает с Декланом Райсом в центре полузащиты. И в атаке Мартинес начнет вместе с Габриэлем Жезусом. Удар нужен. Гол! И правильно, что тянуть, они открывают счет в самом начале матча. Посмотрите гол еще раз. Отлично было сыграно в атаке, но к вратарю вопросы остались. Да и сам он это прекрасно понимает. Гол в ближний угол всегда рассматривается как ошибка вратаря. Наш матч продолжается. Неужели Арсенал сегодня проиграет? Сака. Тащит он мяч вперед сейчас. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Прорывается он с фланга. Мяч потерян, надо перестраиваться. Йонас Хоффман. Федерико Кьеза. И удар должен последовать. Он забил. Теперь их преимущество стало еще больше. Повтор забитого мяча, и на нем еще раз отлично видно, что у вратаря не было ни единого шанса в этом эпизоде. С очень близкого расстояния бил игрок и сделал это без промаха. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Букайо Сака. Кайл Уокер. Арсенал идет в атаку. Не хватило у них движения, чтобы мяч у себя оставить. Шик. Йонас Хоффман. Шанс забить сейчас. Мяч в воротах. Уже не в первый раз сегодня. Если такая игра продолжится, то и не в последний. Отличная контратака получилась. И главное, что получилось забить, повторяют нам этот момент. И, конечно, надо отметить прекрасный удар после выхода 1-1. Очень здорово сыграно. Этот матч явно складывается по сценарию Байера. Он полностью контролирует игру и ведет с преимуществом в 3 мяча. Букайо Сака. Вот Арсенал. Форма у него может быть разной по цвету. Сейчас это принято. Есть домашняя, выездная, третья, запасная, какая еще угодно. Но клубные цвета, всем понятно, неизменно. Они красно-белые. Да, а факт обретения основных цветов формы довольно забавный. Еще в далеком 1886 году в Арсенал перешли 3 игрока из Nottingham Forest. И привезли с собой... Извини, что прерываю. Отличная позиция для удара. Нужно играть. Вратарь не забрал мяч. Здесь не получилось, получится потом. Габриэль Жезус.
Букайо Сака с мячом. Кайл Уокер. Одегард с мячом. Габриэль Жезус. Нужно продолжать играть. Эта атака ни к чему опасному не привела. И все, больше в первом тайме не осталось времени. Перерыв. Вообще, надо сказать, что мы от него ждали большего. Верно, Константин? Откровенно слабый матч он проводит. Мало давления на чужие ворота, мало работы с мячом. И вообще всего мало. Нужно, конечно, прибавлять в активности. Начинается второй тайм. Пока что игра складывается по сценарию Байера. У него большое преимущество в счете. Караско. Браво, защитник. Шик. Он сохранил мяч. Джереми Фримпонг. Федерико Кьеза. Теряет мяч Арсенал. Шик. Федерико Кьеза. Без проблем проходит соперник. А ты только посмотри, что вратарь делает. Как он спас сейчас, а? Что он сейчас творит? Просто невероятно. Действительно, это удивительное спасение. Пошла подача. Мимо ворот летит мяч. Удар явно не получился. Кайл Уокер. Сака. С мячом Салиба. Габриэль. Деклан Райс. Момент для удара. Голкипер на месте, справился с ударом. Эдего. Без мяча остается Арсенал. Яник Караско. Отличное оборонительное действие. Сака. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Во втором тайме остается не так много времени. Игра складывается в пользу гостей. Они постарались в атаке и заканчивают матч с внушительной разницей в счете. Кажется, в этом матче они решили проверить, сколько смогут забить. Сейчас разница в счете катастрофична для соперников, но она вполне может увеличиться за оставшееся время. Йонас Хоффман. Коке. Отличная возможность забить. Какое спасение, а? Очень здорово играет голкипер. Просто невероятная реакция. У Арсенала замена. Тренер решил немного поменять состав команды.
Он подает в центр штрафной. И правильно, долой мяч из штрафной. Может что-то из этого прохода получится. Яник Караско. Нужно бить! Гол! Разница увеличилась до 4 мячей. По всем статьям громят соперник. И давайте посмотрим повтор этого выхода один на один. Просто классный гол. Все здорово сделано. Чисто на индивидуальном мастерстве. Все, финальный свисток арбитра. Байер побеждает в этом матче. Никаких шансов они не оставили сопернику в этом матче. Отгрузили им полную сетку мячей, что называется. Он сегодня провел выдающийся матч. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог и команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас.